Более 80 кошек, столько же слонов, порядка 20 грузовиков и несколько десятков кукол. Все они удобно разместились на музейных стеллажах. Создателями новой выставки стали жители города. Идея родилась достаточно давно, потому что многие посетители, которые приходили, сообщали о том, что у них есть какие-то игрушки они собирают, кто-то им откуда-то интересные экспонаты привез. Вот можно было бы показать. Всего на выставке представлено 8 коллекций. 2 из них семейные. В собирании экспонатов участвуют родственники, а также друзья и знакомые, которые привозят сувениры из разных уголков страны и мира. Таким образом, пополняются коллекции слоников и кошек. Есть кошки-иностранки, которые приехали из Венеции, то есть из Италии. Потом есть кошка, которая приехала из Египта. Есть с Бразилии кошка, ну и кошки из разных материалов – дерево, фарфор, металл, глина. Одними из старейших экспонатов на этой выставке стали металлические машины – самосвалы, КАМАЗы, танки и легковушки с педальным управлением. Сама коллекция еще совсем молодая, автор только начинает ее собирать. Послужил толчком рождения сына, захотелось показать. Вот автор этой коллекции, какие же машинки у него были, потому что то, что есть сейчас, не отвечает требованиям, скажем так. Познакомиться с экспонатами коллекции можно в часы работы музея. Выставка будет работать до начала апреля. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.